Учителя физкультуры на этой межшкольной спартакиаде только зрители, но оставаться в стороне, когда их ученики ведут мяч в ворота соперников, они точно не могут. На спортивных площадках в Новоелюзанской школе ребята из сельских образовательных учреждений показывают, на что способны, и каждый уверен, что победа будет за его командой. Мы сделаем все для победы, для того, чтобы показать, что наше село самое лучшее. Эта спартакиада – своеобразное возрождение традиции. Когда-то педагоги сельских школ Балаковского района часто устраивали спортивные состязания. И вот спустя годы пришла мысль вернуть межшкольные соревнования. За поддержкой обратились в компанию «ФосАгро». Начинают вспоминать учителя свою молодость. Вот раньше, когда-то там у нас такие мероприятия проходили, вот мы бы хотели их возобновить. Поэтому мы услышали их просьбу. И решили попробовать, что из этого получится. А получилось очень даже хорошо. Совпало все. И повод нашелся, день химика, и летние каникулы начались, и прекрасная погода наступила. Все навыки, приобретенные на уроках физкультуры, участники спартакиады применили на практике. И пусть в некоторых классах сельских школ порой и одной команды по футболу или волейболу не наберется, на соревнованиях каждая школа представила участников по всем видам спорта. А вот запасных игроков почти не было. На сельской спортплощадке каждый участник основной. Набираются участники примерно одного возраста, но даже если возраста у них разные, играют они все равно не хуже, чем кто-то другой. Сколько есть человек, сколько играем. Иногда соединяют классы, дабы человек было больше. Гораздо легче играть на улице, особенно более в теплый период. И чаще играем в волейбол. Ну, футбол мальчики играют. Ну, набираем из разных классов побольше людей и потом делимся так. На первый, второй и все. Здесь у нас есть тренер по греко-римской борьбе. Вот он привозит своих пацанов, там поиграем. Веселые старты, настольный теннис, футбол на уроках физкультуры – это привычные состязания. А когда на старт выходят 5 команд из разных сел, атмосфера на соревнованиях по-настоящему накаляется. Тем более, что ребята знали, за что боролись. Всем участникам делают подарок от компании «ФосАгро». Но мой призы за первое, второе, третье место – хорошие призы с собой привезли. Это межшкольная сельская спартакиада – первая за много лет, но не последняя. Организаторы уверены, что традиция проводится. Проводить соревнования в начале лета приживется. По итогам прошедшей спартакиады первое место у команды из Новой Елюзани. Ребята получили переходящий кубок главы Боковатрогского муниципального образования. А еще компания «ФосАгро» преподнесла каждому участнику ценный подарок. И всем командам достался набор мячей от организации «Дрозд Балакова».